Look into the sea. Crowds of people wait for me. Мы находимся в Барселоне, дамы и господа. Do you wanna fuck me? Да нормально, все хорошо, люди хорошие, мне нравятся. Да, что еще? Погода хорошая. И вообще, здесь заботятся о людях. Мне это больше всего нравится. Это прекрасно. Все. А что не нравится? Не нравится то, что отсутствие людей, которые бы... Ну, как, хорошие здесь люди, но это испанцы, а мы русские. Поэтому хочется со своими общаться. Близости какой-то такой душевной. Вот чего нам не хватает, честно скажу. Барселона. Мы приехали в столицу Каталонии ради крупнейшего в Европе мероприятия для профессионалов кинопроката и кинопоказа «Cine Europe». «Cine Europe» — это масштабное мероприятие «Кинорынок». Все крупнейшие компании стараются принять в нем самое непосредственное участие. Здесь можно попробовать все технические новшества, например, последние разработки в киноразвлечениях. Вроде специальных кресел технологии D-Box. Интересная тенденция этого мероприятия. В прошлом году оно переместилось из Амстердама в Барселону, и было большое количество участников из России. В этом году как-то их поменьше немножко стало. Но, тем не менее, основной упор, естественно, на этом мероприятии делается для международных игроков. Сюда приезжают представители кинотеатров со всей Европы. Мейджоры демонстрируют материалы будущих блокбастеров, а среди посетителей запросто можно встретить директоров и менеджеров российских кинотеатров. Ну, как известно, CEO Европы – это так же, как наш киноэкспо. Два сегмента – сама экспозиция и презентация менеджеров. Экспозиция, вот только сейчас я с коллегами говорил, она практически такая же, как и была, но с небольшим исключением. А вот презентация компании достаточно мощная, организованная, креативная, доставляющая как человеческий, так сказать, интерес, так и профессиональный. Приезжайте на Cine Europe в следующем году. Кинологистика. Для кого-то Барселона всего лишь фон, а для кого-то полноценная героиня. Мне так понравился этот хоррор, что я даже принял участие в озвучке пары персонажей. Оставляй свою камеру, пойдем! Лишь о тебе мои мечты. Вышла замуж, блин. Сегодня я узнал прекрасное слово «пеликула», что означает «кино». Испанское. А, нет, фильм. А «Сина» — это кино. А «Сина» — это кино, а да, «пеликула» — вот это фильм. А «пеликулы» какие смотрите здесь? «Пеликулы»? Наши русские, я смотрю «пеликулы». Вчера мы смотрели «Вещь Штрафбат». Какой хороший фильм, мне очень сериал «Штрафбат», значит, да, смотрите. Да, да. Причем, ну, я его видела уже, но мы с мужем... Стоило уехать в Барселону, чтобы смотреть здесь «Штрафбат».